Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Дитол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, у нас Черепашки-ниндзя-легенды, и наконец-то мы решили сделать обзор на Рокстеди из фильма. Да, дорогие друзья, наконец-то мы до них добрались, у нас сейчас серия будет видосов, где будет Рокстеди, Бибоп, Кейси, и будем их испытывать по полной. Ну что ж, давайте посмотрим. Первая атака у Рокстеди. Натиск носорога. Рокстеди бьет рога кулаками. Вероятность 35% увеличит силу атаки на 40 в течение двух ходов. Отлично. Неплохо. Вторая способность. Силовой прием плечом. Рокстеди делает рывок, ударяя врага плечом. Увеличивает силу атаки на 170. То есть повышенный дамаг. Хорошая атака. Зверь внутри. Подобно горилле, Рокстеди бьет руками и издает рев, оскорбляет всех врагов на два входа. Вероятность 65%, усилит защиту на 50%. Слушай, это тоже неплохая. Четвертая способность. Не перенапрягай мозг. Рокстеди — это прежде всего мышцы. В начале хода есть вероятность 15% восстановить 10% от максимума здоровья. Ну, неплохо. Но у нас тоже не прокачанная способность, поэтому, наверное, на шестом уровне это гораздо круче. Ну ты и дубина. Рокстеди бросает во врага свою шипованную дубинку. Вероятность 25% вызвать отложенный урон в течение одного хода. Что-то массовых атак я пока что не наблюдаю, но вполне возможно сложности перевода. Возможно, да, как обычно. Ну что, убираем всех черепашек, которыми мы играли в прошлый раз, и берем нашего Рокстеди в бой. Ну что ж, ребята, поехали, посмотрим, как справится Рокстеди. А если вы хотите такие же персонажи, как у нас, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании. Узнавайте у него условия, и он вам обязательно поможет. Ну что ж, первая атака, используем. Нормально. Критический урон. Давай сразу вторую посмотрим. Тоже не массовая. 7600. Да, неплохо. Подлечился? Хорош, подлечился, красавчик. Так, первую волну мы, конечно, в легкую прошли. У нас будет, по ходу дела, затяжное прохождение. Но потому что нету массовых атак. Да, массовых атак нету. И, ребята, вторая способность, я так понял, очень мощная. Да, вторая способность. Да, плюс, дамага. Плюс 170% дамага. Ничего себе, это, конечно, это прям просто урон-уронище. Так, используем пятую. 5800, но она у нас не прокачанная, поэтому дамаг не очень сильный. Мы обязательно прокачаем Рокстеди и сделаем еще раз обзор на него. Да, возможно, будет повтор обзора, но пока что вот такой вот у нас он. Да, пока что вот такой Рокстеди, но слушай, он радует здоровяк, а? Радует, конечно. Так, вторая глава. Ой, Крэнк из коробок. Да, Крэнк из коробок у нас. Две волны здесь. Ну что, будем по одному, да? По одному. Давай попробуем вот последнюю способность. Может, она все-таки массовая. Ну-ка, начинает, посмотрим. Надеюсь. Нет, все-таки одиночная. Да, одиночная она. Бам! И надо еще провокацию будет попробовать сейчас на следующей волне. Может быть, она тоже хоть какой-то дамаг-то наносит. Да, согласен. Ну, конечно, массовых атак нету, но очень мощные одиночные атаки, ребята, это круто. И лечится наш Рокстеди. Нет, только защиту повышает. Но это тоже, в принципе, защита. Да, это хорошо. Да, это хорошо, конечно. Ну что же, противники, поодиночке их сейчас будем разносить. Бам, 3700. Мне нравится такая анимация, да, у него крутая. Да, шикарная, ребята. Но, конечно, персонажи хорошо прорисовали. Так, ну что ж, по одной атаке используем. Остальные вот эти мощные оставляем на финального босса. Да. Сейчас дубинка его завалим, да, второй способности. Да, второй способности используем, и она прям должна дамаг так дамаг выдать. Да, 1007 точно должна выбить, ребята. Да, может, вполне вот реально. Он наш Крэнк из коробок вылезает. Ну что, Крэнк, готовься. Берегись. К скоропостижной смерти. 8600. Вот это да, ребята. Вот это хорошо. Это круто, конечно. Рокстеди, будем его использовать потом в боях, в испытаниях. И пишите ваши команды, мы обязательно за них сыграем. Да, ребята. Так, кстати говоря, подписчик один из предлагал нам для экспериментальных видео, для прохождения всех боссов, тоже предлагать команды. Я думаю, как только мы закончим обзор на всех героев, то так и сделаем, да? Да, ребята, будем проходить боссов всеми командами, которые вы нам порекомендуете. Можете начинать сейчас, мы все учтем. Так, ну что же, Шреддер, время Шреддера. Да, Шреддер у нас сразится с Рокстеди Сильва. Ну посмотрим, как он, насколько 1000 дамага он устоит. Да, так, бам, раз.
Пока что все неплохо. Ну а как по-другому? По-другому не может быть и быть. Ну-ка, атакуют. Смотри, атаку себе повысил. Первая способность на самом деле хороша. То есть получается, он может себе и атаку повысить, и защиту. Да? 5000, вот это да, ребята. Нет. Вот это да, маг. Мне нравится Рокс, где он такой прям. Реально... Главное, чтобы держал удар. Когда будут у нас сильные противники, держал удар. Вот это самое важное. Да, здесь вопрос какой. Если он будет как Крип, такой же непробиваемый, да, то будет да, просто то это супер. Будет вообще шикарно. Так, уже минус один Маузер, мы только начали вторую волну и продолжаем. Продолжаем, ребята. Так, ну что, давай по одному. Их еще атакуют нас противники. Продолжает нас Маузера, 4300. И еще одного вынесем, и последнего. Нет, не удалось последнего вынести. Так, бам, 4647, крит, третья волна. Ну что же, ребята. Сейчас мы используем дубинку и разнесем в пух и прах нашего Шреддера. Шреддер встает и не подозревает о том, какой к нему крутой персонаж-то пришел, а? Какой противник сейчас против него-то выйдет вообще? Да, ну что ж, готовься, Шреддер. Ух, какой он маленький-то по сравнению с Рокстери. Да, реально, Шреддер просто... Какой-то прям маленький-маленький совсем. Ну-ка, 6800. Очень круто, ребят. Очень крутой дамаг. Это, конечно, супер. Это очень хорошо. Так, победа, конечно же, 3 звезды, по-другому и не может быть. У нас только один герой и некого терять. Да, ребята, ну что же. Вот так мы победили Шреддера, сейчас у нас будет уже грипп, одноглазый грипп наш. И мы подбираемся уже к сложным противникам потихонечку. Да, так. Здесь у нас уже какой лавак-то у противников? Ну, здесь еще там 50 какой-то, по-моему, или 40, а, даже 37-й. Да, к 40-му. 50-е лаваки у нас идут на двух братьев. Так, атаку повысил грибок. Промахивается, естественно. Ну, начинаем потихоньку их разносить. Слушай, 2300. Уже поменьше дамаг наносит. Ну, я надеюсь, что при следующей атаке он себе повысит... атаку. Атаку, и нам будет полегче. Нет, не хочет? Да, не хочет. А, не хочет что-то повышать. Так, наши таракашки-мотыльки атакуют, промахиваются. 3600. Все никак. Бам! Во, атаку. Атаку повысили, отлично. На второй волне нам будет... В принципе, нам без разницы, но все равно бонус хороший. Да, конечно, массовой атаки ему очень и очень не хватает. Да, согласен. Была бы массовая атака, мы бы уже давным-давно пролетели бы эти волны и уже бы мочили гриба. Да, ну что же, так. Уклонение у нас подняли все грибочки. Да, вот это уклонение, кстати, нам вообще сейчас... И защиту еще подняли. Слушай, так, 3300. Им никак не поможет. Кстати говоря, ребята писали в комментариях, что синие грибы у нас лечатся, поэтому мы теперь знаем точно, кто у нас хиллер. И мы их будем выносить. Да, 2600, опять атаку себе повысил. Желтый грибочек атакует, пока что нам по одному урону всего лишь наносит. Да, всего по маленькому урону нам приходит, но... Это хорошо. Это очень хорошо. Рокстеди себя потрясающе проявляет. 3000. Интересно, он сможет ли завалить главного гриба с одного удара? Пишите в комментариях, дорогие друзья. Ребята, я думаю, что сможет. Я думаю, что да. Такая мощная атака у нас у Рокстеди. Никто не устоит. Ну, так. И подлечился еще. Как хорошо. Какой он молодец. Слушай, вот это его лечение, я думаю, нам в будущем поможет. Да, очень поможет. Если еще прокачать эту способность, то просто будет взорвано. Ну что ж, грибочек, ты готов сразиться с Рокстеди из фильма? Добро пожаловать в наш мир. И... Он первый атакует. Ах ты ж гриб. Сейчас еще нами... А сопротивление, смотри, на нас... Ой-ой-ой, не ту способность использовал. Сори. Но периодически урон, возможно, его добьет. А, да, ребята, отлично. У нас кто-то тоже уже так побеждал, благодаря периодическому урону. Да, есть такое дело. Ну что ж, не максимальный дамаг мы нанесли, но все равно одолели. Ну что ж, у нас сейчас братья-акробаты, наши големы. Да, два противника, посмотрим, как Рокстеди... против них справиться. Так, и в бой. Поехали, ребята, поехали. Две волны надо предстоит нам пройти. Уже 50-й лавак у нас здесь. Ну что же, погнали. Понеслась, раз. Ах, вот и не с первого раза. Вот уже, да, вот уже. Но если атаку все повысит, то будет уже с первого удара. Да. Уничтожать их. Ну, у нас все-таки дамаг еще пока не наносится сильный. Это хорошо, это радует. Так, выносим. Да, атаку повысил, теперь нам будет полегче выносить всех остальных. Да, ребята, ну что ж, сейчас одного раза всех и вынесем.
Так, ну-ка. Еще один небольшой дамаг нанес. Нет, промахнулись. Так, провокация. Нет, не провокация. Нет, не провокация. Бам! 2700, вот уже другое дело немножко. Конечно, другое дело. Ну-ка, а на 30% он всего повышает, 4300, да? 4300, ну тоже неплохо, слушай, хорошо. Скорость атаки понизили. Ах ты, вот так. Ты опять крит 4300 выбил, хорош, Роксвей, красавчик. Массовой атаки, волна, конечно, не хватает. Массовой, да, атаки. Очень не хватает массовой атаки. Но ничего страшного, ничего страшного. Так, скорость атаки повышенного противника у нас понижена. Мне кажется, сейчас прям можно положить телефон и подойти спустя какое-то время. Не, да, скоро, не скоро наш черед будет. Согласен, сейчас все пока атакуют, уже начали дамаг наносить, ты смотри, а. Ну, я надеюсь, Рокси может подлечиться сейчас в начале хода. Ну, и плюс у нас есть хил. Да. Поэтому нам пока что бояться нечего. Так, ну что, когда мы-то будем атаковать? Слушай, на фокус били, что ли? Не знаю, что-то мы... Да, на поход дела сбили фокус, и опять накапливается наша шкала. Да. Да уж, ребята, вот так вот мы ждем, пока настанет наш черед, а нам нужно вынести 5 противников. 5, дорогие друзья. У нас скорость атаки все понижена и понижена. Она никак не спадает, потому что мы не атакуем. О, наконец-то атакуем. Фу, и отлично. Хорошо, хоть раз. Одного удара. Так, 4 противника осталось. Атака минус у нас 1. Понизилась, нормализовалась точнее. Бам! Ах, он со щитом, надо было другого убить, ну ладно. Так, ну что же. Сопротивление, никак не хотят отрицательный баф на нас накладываться, и это хорошо. Ну, скорость отлично. Атаки повышает. Бам! Ну, мы атакуем, да, мы атакуем, надо добивать. Добьем этого здорового. Осталось трое. Осталось трое, ребята, и когда же будет наш черед-то уже, а? Да, я думаю, в шестую главу его можно даже не пускать, потому что его разорвут в клочья еще на первой волне. Да, да, эти маленькие наши кренги будут накладывать отрицательные бафы и постоянно атаковать. Да, ну что же, осталось два противника, мы готовы уже, полностью вооружены практически. Сейчас предлагаю использовать повышение защиты. Да, повышение защиты нам точно нужно. Так, опа-па. Ах ты, слушай, не повысил, не повысил. Не повысилось, только провокация у нас и осталась. И атаки повышенной даже нет. То есть мы подошли с минимальным... С голыми руками, ребята. Да, с голыми руками. Ну-ка посмотрим, вот наши братья-големы из параллельной вселенной. Хух, лавовый и гранитный. Сейчас попробуем их одолеть. Я думаю, мы справимся. Не, должны справиться. Не должно быть каких-то прям особых проблем. Возможно... Просто это затянется, но, однако, должны победить. Так, 650, это уже так неплохо, дамаг. Что, да. Второй? Ой-ой-ой, мимо. Промахивается он постоянно. Так, ну что же, мощную атаку. 4600, практически добили. Блин, почти с одного раза, а? Если бы был бы повышенный дамаг, то с одного точно бы добили. 100%. Ну что, мы ходим? Да, а нет, не наш ход, опять големы атакуют. Да, две атаки подряд они делают. Ну что, да, теперь мы можем добивать. И атаку повысили, вот этому сейчас достанется по полной. Да, ребята, сейчас мы его вынесем, я надеюсь, одного раза. Ну-ка, понеслась, что периодический урон бы нанес. Нет, нету периодического урона, 3500 всего лишь. Промахивается наш големчик. Вторая его атака, 491, что-то Рокси не хочет даже лечиться. Бам! 4000, кританул Рокстеди из фильма. Слушай, ну будем пробовать, я думаю, попробуем все-таки шестую главу нашу. Да, давай попробуем, да. Да, конечно же, почему бы и нет. А вдруг получится? Так, получили вознаграждение и переносимся в шестую главу. В бой! В бой еще раз в бой. Поехали, ребята, сложная глава, конечно, для многих персонажей она непостижимая. Так, ну что ж, начинают атаковать нас. Ух ты, оглушили. Оглушили, и сейчас будут изнеможительно просто постоянно нас фигачить. Да, ох, периодический урон, ну прям вот, конечно, тяжко было. Так, оглушение спало. Скорость атаки понизила. Ух, вот это вот теперь надолго, это точно. Да уж, ребята, ну вот такой вот рот среди, что поделаешь. Помощь. Но при этом дамаг он... Не особо-то много получилось. Да, на удар не получилось вынести. Ну да. Ну что ж поделаешь. Будем держаться до последнего, ребята. Ну я могу сказать, он неплохо держится. Прям молодец. Молодец, Рокси. Да, шикарно.
Ну что же, ну надо посередке хотя бы одного-то точно надо завалить. Ах, оглушили. Все, оглушили. Да что ж такое? Ну все, да, конечно, они здесь... И заблокировали способности. Потихонечку-потихонечку они нас добивают. Прям так. Ой, периодический урон. Вот это бафы, ребята. Все отрицательные бафы прям практически собрали. Так. Не дают нам атаковать. Не дают. У нас фокус сбит еще. То есть, когда мы будем атаковать, вообще атаку непонятно. Атаку понизили еще. Это вообще просто провал. Полный разнос. Ну что, давайте добивайте уже его. Ну или как? Или дадите нам шанс хотя бы одного вынести? Нет, не дали. Все, ребята, Rocksteady не справился, конечно. Но мы должны были вам это показать, да, чтобы вы увидели эту печальную трагедию. Да, ну ничего страшного. В следующем видео вы увидите у нас пиво на обзорчике. А с вами был канал Detol. Не забывайте подписываться и ставить лайки. До скорых встреч, ребята. Пока. Пока.